Тем временем Анкара вышла на новый уровень репрессий журналистов. О жестком давлении на прессу пишет британская Independent. Автор статьи настаивает. Эрдоган, получив щедрые европейские субсидии в обмен на помощь с беженцами, резко усилил преследование СМИ, в том числе западных. И Евросоюз закрывает на это глаза, принимая назад высылаемых из Турции журналистов. В качестве примера Independent приводит историю датского корреспондента, которого депортировали с формулировкой «угрожал национальной безопасности». Такую же унизительную процедуру проходили голландцы и норвежские журналисты. Анкара не продлила аккредитацию половине обозревателей из авторитетного немецкого «Шпигеля». Одного из них даже вынудила покинуть Турцию. И это перед встречей Давутоглу с Меркель, на которой премьер поклялся защищать свободу слова.